нет, это София Ротару. Шуба. Александр Ильич, это комбинированная норка. Видите, светлая и темная. Какая элегантная шуба. А это что за старинный автомобильчик? Филипп Киркоров. А, Роксана Бабаян. Тоже им скажу, шуба, смотрите, какая. Что же это за мех? Даже я, Александр Ильич, не могу вспомнить. Ну, сейчас вспомню. Смотрите, какая красивая шуба. Ой, он бы тоже мог переодеться. А это кто же? Какая красота машина. Машина как машина. Это же собственная. Чьи? Артисты. Это на прокат взяли на Мосфильме на один день. Я Резник. А это Ольга Кормухина. Какой красивый мех. Александр Барыкин. А это кто же? Это Жаночка Гузарова. И манто, и автомобиль. Красота какая. А это композитор Муравьев. Это певица Алиса Мон. И Вячеслав Добрынин, композитор. Какая ты? Угу. Шубы-то какие? Это же тоже на Мосфильме? Нет, на Мосфильме таких нет. Это спонсоры. Сейчас я прочту. Дальше я верю, будет красный. Это производственное объединение труд отделов певиц. Какая красота. Да, на один вид. А это какая шуба. Мехатовы, название их вы не знаете. Вот тут я вижу, это вот что Росомаха. Это? Вот это вот Росомаха. Нет такого меха. Росомаха это певец. Нет, певец вот в шубе идет, видите? Это? Хорошо запутался. Это енот. Нет, это не енот, это Женя Белоусов. Да. Это кто же? По-моему, это Ира Понаровская. Ирина Понаровская, да. Элегантная шуба. Как шьют на этой фабрике, на этом объединении, Александр Анатольевич. Алла Борисовна. Бал! Бал. Бал. Да, давайте вниз спускаться. Ждет Алла Борисовна. Бал в Совин-центре. Правда, бал это по замыслу автор. Дело в том, что инициативная группа в лице Алла, запятая, Борисовна, запятая, естественно, Пугачевой, перечеркнула сценарий до последней страницы и оставила в нем всего три слова. «Собираются, чтобы повеселиться». Автор возражал, но инициативная группа в лице Алла, запятая, Борисовна, запятая, естественно, Пугачевой, настояла на своем. Актеры, мол, тоже люди и имеют право отдыхать без сценария. Ну, в такой день не спорят. Алла Борисовна – женщина, и она считает, что всегда права. Не тянем. Подожди, сейчас мы тебе придем. Что? Ой, у меня сейчас краска потечет. Так, Алла Борисовна. Да. Значит, сегодня 8 марта. Ой, так. Боже мой, я просто не знаю, с чего начинать. Очень просто. Значит, попытка сделать веселую передачу типа «Голубого огонька», посвященную Алла Борисовна. Камера там. Значит, попытка сделать веселую передачу типа «Голубого огонька». И чтобы как-то развеять подозрение, что это все несерьезно, да? Ой, мне уже весело. Ну, хорошо.
Значит, сценарий есть? Нет, сценария. Нет, я серьезно. То есть нет, он, конечно, есть. Что? И даже там сценарист есть, сидит. Но есть предложение, никакого сценария вообще, забыть просто про него. Ну и что? Причем те люди, которые здесь собрались, известные артисты, они вообще не в курсе, что будет происходить. Первый раз надел смокинг, секунду, подожди, я не шучу. Так что я считаю, что надо как-то начинать, ну, без сценария. А что может быть без сценария? Дружба. Михаил Михайлович, как вы что-нибудь предложите? Как начать без сценария? Без Михаила сценарий. Сценарий, пожалуйста. А почему вы все собрались в этот день в Хаммер-центр? А это принято. Как что-нибудь непринужденное, так Хаммер-центр. Хаммер — это музыкант, что ли? Ну да, музыкант. Музыкант ты был... Со Слободкиным ты его путаешь. Нет, музыкант был Хаммер Пердинг. Правильно. Если он думает, что я... Это что? Это ты придумал, когда ехал сюда? Да, я сосредоточен. Почему я не знаю этой шутки? Аллочка, если... Первая шутка. Я же еще раз повторяю, никакого сценария. Поэтому сидит ваша супруга. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Познакомьтесь. Так, все телезрители знают. Певица Роксана Бабаян. Здравствуй, дорогая Роксаночка. Но никто, может быть, ну, половина вообще телезрителей не знает, что это ваша супруга, вот такая человек. Да знает просто все, больше свете, половины. В свете ее красоты одна половина еще думает, лучше. Что его супруга, другая половина думает, что моя супруга. А теперь что будут думать? Общее. А я про меня что делаю? Алла Борисовна. Ну, мне не привыкает. Вы здесь не одна, между прочим. Да, я тоже. Сварено это лицо. Я тоже с супругом. Да. Да, я тоже с супругом. Все, пора раскрывать эти карты. Его, правда, зовут Женя. Но в отличие весь народ от его Роксаны. Называет, да. Весь народ его называет Пашкой теперь, да. Илюшенька, ваша супруга, вот такая же. Илья Резник. Здравствуйте, я Илья Резник. переждем эту курицу. Вот завелся, а. Голодный петух. Он же на валюту питается, то есть, в Хаммер-центре. Здравствуйте. Мы вас не потревожили. Почему вы не танцуете? У вас нет пары. Ты уже не пара для него, ты понимаешь? Не, она с мужем, а он с Добрыниным. Надо было с женами. Где ваша жена? Я знаю, что вы здесь, наверное, жена. Нет, Али? Она в командировке. Павел Яковлевич, я все-таки хочу вот к вам... Да сидите, сидите, ну что? Ну. Павел Яковлевич, мне все время хочется просто с песни начать. Я тебя, признаться, не узнала, как ты изменился, повзрослел. Слушай, есть у меня одна идея. Может быть, все-таки возьмешь меня обратно? Веселые ребята. Муж постарели как-то же. Можем опять собраться? Можно. И все. То есть теперь директор? Как два директора будут вместе? Вы многого не знаете в биографии Паши, потому что, в отличие от нас всех, у нас с ним родители были интеллигентные люди. А что же вы тогда его Пашей? А мы с детства знакомы. Наши родители, отцы, были замечательные музыканты, в отличие от нас. И очень дружили. И у нас даже, по-моему, есть с тобой немножечко родственные какие-то корни. Наши генеалогическое дерево. Древо очень далеко зашло. Поэтому я очень рад, что хоть здесь мы увиделись. Родители когда-то общались, дружили. Вот когда ты сейчас набивалась к нему обратно в ансамбль, это все-таки голос крови. Да? Конечно, голос крови. Редко общаемся. Паш, скажи что-нибудь веселое, в каком случае серьезное. Ну или спой что-нибудь, или представь свой номер какой-нибудь. Зачем ты сюда пришел? Скажи. Ребята. Давайте жить дружно. Когда-то в моду степа и черно-бурых лис через плечо
Встречались, расставались, на карточке снимались, слова любви шептали горячо, а горячо. Как колокольчик из меня, слова далеких дней, люби меня, как я тебя, и помни обо мне. Как колокольчик из меня, слова далеких дней, люби меня, как я тебя, и помни обо мне. Все было по-другому, наивные альбомы и фикусы пустились на огне. Летящий чей-то почерк и двух коротких строчек хватало быть счастливыми вполне, да-да, вполне. Как колокольчики звенят слова далеких дней, люби меня, как я тебя, и помни обо мне. Как колокольчики звенят слова далеких дней, люби меня, как я тебя, и помни обо мне. Теперь иные годы, совсем другая мода, мы жарких слов почти не говорим. Я поливаю фикус, прошу тебя откликнись и пару строк на память подари, ах, подари. Как колокольчики звенят слова далеких дней, люби меня, как я тебя, и помни обо мне. Как колокольчики звенят слова далеких дней, люби меня, как я тебя, и помни обо мне. Невозможно сидеть спокойно. Здесь и Буйнов, естественно, лицо коллектива, да, веселые ребята. Здесь Саша Барыкин, тоже веселые ребята, бывшие. Помнишь, как мы пели, да? Я как сейчас помню, ты пел «На Варшаву падает дождь», да? Нет, «Вишня» он не пел. Это мы с Сашей и с Толиком Алешиным пели. Спой что-нибудь. Для женщин что-нибудь такое. И классно сыграй на гитаре. Так же, как тогда. Хорошо? Все. Александр Барыкин. Это было не так давно, я стоял под твоим окном и мечтал увидеть хотя бы день. Были чистыми, как вода, все мелодии мои. О тебе, о солнце, о любви. Это было не так давно, мы ходили с тобой в кино, были мы влюбленными детьми. Я писал по ночам стихи о звездах и снегах, о волшебной леди в облаках. Бежит река любви, горит закат на берегах цветы, а в лодке мальчик с девочкой сидят, как когда-то я и ты. Не за
туда, вот на камеру. Вот, хорошо. Не надо, возьми шубу. Тамарочка, там цитали нашла. Уходишь место. Тамарочка, мы уже думали, что вы не приедете. Здрасте. А знаешь почему? Потому что нам точно сказали, Александр Анатольевич. Спасибо большое. Я просто давно влюблен в Тамару, что... Тамара, откуда приехала? Быстро, это короткий интервью. Из Тбилиси. Откуда? Из Тбилиси. Из Тбилиси? А какое ты отношение к Тбилиси имеешь? Прямое. У нас здесь женский день. В Тбилиси он празднуется? Каждый день. Да, каждый день? Вот, да, сделала она. Тамарочка. Да? Значит так, сделаем маленький перерыв, да? Варим настоящий кофе. Тамара или есть уже, да? Это чье? Неважно, я допью. Это не настоящий. Растворим. На растворим он мне не гадаешь, нет? Это настоящий. Варим. Настоящий. Варим, да? Варим. Значит, варим. Тамарочка, в камеру посмотри, пожалуйста. Это Тамара. Поздоровайся с мужчиной. Сейчас сварим настоящий кофе, потом погадаем на резника, на кофейной гуще. Он же все знает про себя, кроме кофейной гущи. А потом продолжим беседу, да? Сначала налейте ей шампанского здоровья. Ну, это не знаю. Что вы пьете? Ну, шампанское с грудью. Если уж цветов не нашли. Скай, пойди сюда немножко. Это главный грузин 8 марта. Гамарджоба, Калбатоно, Тамрико. Я тоже знаю. Сейчас, это было так давно, сейчас. Не-не-не-не-не, да, сейчас скажу. Лалеби, 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 го-го-гена цвалеби. Вместе. Лалеби, 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 го-го-гена цвалеби. А еще я знаю, згарби. Згарби, да. Згарби, ёжик. Это же в нашем характере. Мевар згарби. А? Точно? Точно. Я ёжик. По-грузински сказала я и перевела. Дюрпасу Калебу, не минда могила цот, чуэни дресса стаули, ромель самцу хару целит, аши эртхэварис, маграм алба тамито марис, из Дюрпаси. Да, радган дрэшорс вар сахли, да минда хуэлэс гисурот, амши санишнав компания, шрома шиц мэхлавим копэби. Хуэлэс гисурот, беднереба, джамтэлоба, ромар моклебоде, ткэни меуглис, Сихварули, да бабшеби, джамртелова, да сицоцхле. Я думаю, что со мной все согласны. Перевести. Я сказала, что всегда во всех возрастах женщины наши чувствовали себя любимыми. И чтобы дети были здоровыми, и в семье всегда был мир и покой. Ну мы так и поняли. Гаснет в ночи, в доме пустом, мы как тени бродим вдвоем. Ты не спеши, может, она не стоит в тиши память будить и сны нашей юной весны. После разлук не забыта трепетный слух, письма твои прилетали, как журавли. Сердце стучит и с тобой без слова говорит, просит верни мелодию той первой любви. Yeah.
Очень много последних передач телевизионных. Там «Шире круг», там «Шире песня», «Уже мелодия», я не помню. Представляет Лёва Лещенко коллег, друзей, молодых исполнителей. А сейчас «Звёздный час». Чей? Вы, его и ваш. Вы можете представить Лещенко. Вам все равно ему приятно. Представьте. Лев Лещенко. А понежнее? Понежнее? Ну, он же мужчина, что же. Ну, тогда построже. Лев Лещенко. Молодец. Одни на отдыхе летят, как в кино. И вот прощаться с морем нам суждено. И как вопрос из ярких звезд, странный знак. А как же нам прощаться, как? Все должны быть должны, как волны отблеск луны. На лунной дорожке свела нас судьба, свела, как влюбленных с ума, свела с ума. Я говорю тебе почти наугад, что нам с тобой уже пути нет назад. И обратный свой билет в клочья рву, и понимаю, что живу. Мы вместе должны быть должны, как волны отблеск луны. На лунной дорожке свела нас судьба, свела, как влюбленных с ума, свела с ума. Мы вместе должны быть должны, как волны отблеск луны. На лунной дорожке свела нас судьба, свела, как влюбленных с ума. Мы вместе должны быть должны, как волны отблеск луны. На лунной дорожке свела нас судьба, свела, как влюбленных с ума, свела с ума. Что, Ларисенька, что? Что, дорогая? Иди сюда, не бойся. Иди сюда, не бойся. Что такое? Называется «По секрету всему свету». Дело в том, что у меня сегодня спектакль. И мне... А какой спектакль? Джордана. Кстати, я так ни разу не была. Надо посмотреть. Пригласите. Обязательно в ближайшие дни. Значит, ты просишь, чтобы мы тебя отпустили пораньше. Да? Но мы тебя не отпустим так. Угу. Пожалуйста, сегодня женский день.
Илюша. Илюша. Уважаемые товарищи телезрительницы. Лариса, конечно, не ожидает мою просьбу, но я хочу, чтобы все знали ту диету, которую знает только она. Да. Я знаю многих певиц, которые, ну, просто страшно похудели на этой диете, но все, кроме меня. Поэтому я прошу вместе с вами записать эту диету. Давай, прям быстро по дням. Совершенно с большим удовольствием, потому что эта диета помогла мне стать вот такой, как я на сегодняшний день выгляжу. Итак... А была... Ой, какая толстая. Ужасно. Короче, дело все в том, что нужно питаться однородно. Скажем, сегодня ем творог, завтра ем только сметану, послезавтра ем только птицу, а потом фрукты и так далее. И все с кефиром. И все. Тогда я уточню, потому что я уже наизусть ее выучила. А ты мне только поправь. Первый день 5 отварных картофелин плюс бутылка кефира. Второй день 0,5 кило сухофруктов плюс бутылка кефира. Третий день 400 грамм творога плюс бутылка кефира. Четвертый день плюс, то есть 400 грамм сметаны плюс бутылка кефира. Правильно. Пятый день, да, 0,5 курицы отварной или 0,5 кило отварного мяса плюс бутылка кефира. Шестой день 3 или 2 бутылки кефира. Это уже седьмой день. Седьмой день. Шестой день фрукты. И кефир. Плюс кефир. Седьмой день кефир, и потом день только на минеральной воде. А потом можно так хорошо наесться. А потом можно так хорошо наесться. И ни грамма не прибавишь. Две недели кушаете, не пьете. Правда, в этот момент, ну и праздников можно как-то, ну праздники можно немножко, да. Вот. А потом снова садись на эту диету. И так постепенно-постепенно можно скинуть до 25 килограмм. Ну, в общем, да. Да. Значит, я предлагаю... Что ты, София Михайловна, что вы так... Ну, пожалуйста, на нее кинокамеру, пожалуйста, направьте свою, на нее. В день по 25? Нет, это невозможно. Значит, давайте мы с вами так договоримся, дорогие товарищи телезрительницы. Вы не смейтесь, не смейтесь. Когда я даю слово, значит так. Все видели меня, да? Значит, с завтрашнего дня. То есть с 9 марта. С 9 марта я сажусь на эту диету. И вы увидите, что со мной. Вот на мне просто убедитесь, что это такое за диета. К 1 мая? Не знаю. Ну, понятно. Матецкий и Ротару предлагают приходить каждый вечер ко мне, значит... И проверять, как я это делаю. Нет, доедай, до 6 вечера, пожалуйста. То, что ты не доела, просто. До 6 вечера, пожалуйста, ко мне. Договорились? Значит, я с завтрашнего дня, с 9 марта, сажусь на эту диету. Вызываю вас на кого? Алла Борисовна. Кто у нас толстый? Алла Борисовна. Ни одной, кроме меня. Ну что сейчас нам делать? Плакать, что ли? Что мы потеряем тебя как личность. Нет, зачем же как личность? У меня просто новый имидж какой-то, видите. Кстати, можно еще что-то придумать. Ой, гениальная идея, кстати, Александр Анатольевич. Просто вот когда я смотрю ритмическую гимнастику или эту аэробику, так скажем, я просто сидя в кресле, пью чай и смотрю, как это очаровательно просто. Совершенно не хочется мне двигаться под это дело. А если я прямой трансляции провожу эти передачи, сама я, да, бездолиной. Бездолиной. Обездоленной. Обездоленной. Совершенно. Я беру таких, ну, полных таких, не надо артисток, просто таких женщин. Ну, можно и сама. Да. И вот просто каждый зритель будет видеть, что со мной творится после аэробики, после 5-го дня, там, 6-го дня. Интересная затея. Очень. И чем это кончится? Ну, это кончится, я не знаю, чем, но... Ну, это набрать группу надо. У тебя есть такая группа? Есть такая группа. Сейчас я вам покажу. Что? Эту группу. Чуть-чуть попозже, ладно? Сейчас Лариса нам споет. Подряд за
вечно твердят: не родись на свет красивой. Но где узнать, как мне такою стать, и любимой, и счастливой? Мужчинам дай не строгих, изящных, длинноногих. I had to have
Pizza, baby. Алла, значит, место в программе, но я почему-то решил, поскольку сегодня день такой женский, я хотел именно уступить место как мужчина, уступить место женщине. В данном случае Алисе Мон, молодой певице, хочу уступить свое место. Алиса Мон на месте Добрынина? На своем месте, да, это самое главное. Алиса Мон. Если так
Хотя я никогда певцом себя не считал, но если так уж есть такая возможность, все поют, и может, я тоже спою что-нибудь. Песня называется «Уходишь ты», на слова, кстати, нашего общего друга. Но ты считаешь, что ты умеешь петь? Ал, я как музыкант, как все музыканты, что-то умею, так сказать, извлекать какие-то музыканты. А ты знаешь, что музыкантам даже не надо учиться петь, это у них в крови, в душе. То есть у меня просто не сколько пения, сколько музыкальное самовыражение, так сказать. Порыв души, да. Порыв души Вячеслава Добрынина. Да, песня «Уходишь ты» на стихи нашего общего друга, известного поэта Леонида Дербенева. Леонид Дербенев. Запах духов, электрический свет, это сон наяву, а быть может, нет. В небо выгнутый мост и навстречу зиме ты уходишь совсем. Земле. Уходишь, уходишь, уходишь ты. Уходишь, уходишь ты. Уходишь, уходишь, уходишь ты. Уходишь ты. Друг. В самом центре души и остался поток бесконечных машин и фонарных столбов, металлический лес и в толпе промелькнул плащ твой быстро исчез. Наяву, а быть может и нет. На вечернем мосту я смотрю тебе вслед. Я тебя никогда не сумею найти. Настроение хорошее, лирическое хорошее настроение. Было хорошо. Что, лучше, что ли, было? Ну,
было не лучше, но было хорошо. Ну, совсем было... Ну, хорошо. Хорошей весной в саду цветы. Солнышки, ну, хорошо это было. Хорошие вечера на берегу. Какое настроение праздничное. И тебе, и мне хорошо. И тогда уже. Хорошая, хорошая. А вот это нет. Почему нет? Нет, потому что она плохо одета. Ну, плохое что-то было. Вот я и говорю. А вот это как? Много девушек хороших. Много ласковых имен. Сколько было песен, действительно посвященных персонально женщинам, поименно. Да. Ну, это... действительно. Я люблю вас. Нет, я люблю вас. Ну, вас. Ну, Катюша. Хорошо, это классика. Катюша. А это Катюша, Катюша. Вот самовара, я и моя Маша. Бачка Соня. Бачка Соня как-то в маме. Рыбачка. А Татьяна. Татьяна. Помнишь, снизила ты. Или там. Ну, хорошо, да. Имена. Что имена? Ну, где сейчас имена? Полно сейчас имен в песне. Вы просто не знаете. Пожалуйста, Джованна. Ну, Сюзанна, да, Мадонна. Мадонна – это не имя, как бы, это профессия. Это вот эти спутаны. А, пожалуйста, Симона. Симона нет такой. Как есть, как есть, нет, да, такой. Ну, есть. Как Симона, девушка моей мечты. Кузьмин. Пожалуйста, Люси. Люси песня? Нет, Люси – это собака. Почему собака? Там имя Люси. Люси. Все. Люси. Все. Нет. Люси. Что, собака-то воет, спасибо. Там вначале они потеряли в первом куплете. А? Ну, неважно, не кобель же. Хорошо. Или вот эта самая тема. Что? Ваша тема. А, сейчас, секунду. Сейчас забыл я просто это. Календула. А я не про это, календула. Во-первых, нет такой песни. Календула нет песни? Нет, я знаю, что про что вы говорите, но... Календула? Лаванда. Лаванда, календула, какая разница? Лаванда, там не просто лаванда, там лаванда, а. Как? Лаванда. Я имел в виду вашу любимую. Тетю. Тетю, вот, тетю. Конечно. А там имя есть у тети? Нет, она без имени. Ну, нет. Ой, напрасно, тетя, вы лекарства пьете. Когда муж ваш редкий семьянин. Муж, это же дядя, это муж дядя. Тети. Да? Дядя тоже без. Почему редкий семьянин? Ну, редчайший он, редчайший. А, в смысле редчайший. Пожалуйста, Сара Барабу. Что? Сара Барабу. Песня? Ну, конечно. Да. Сара Барабу, Сара Барабу. Му – это не рифма. Когда у певца насморк, барабу хорошо рифмуется с коровой бу. Это француженка, барабу, все. Цар вас не смущает? Да, и про вас же были песни. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке? Самая нелепая ошибка, Мишка, то, что ты уходишь от меня. От меня? От тебя? Нет, нет, от тебя, от нее. От кого? Будем разбираться, откуда уходишь. Нет, какие чистые же были песни. Да, да, вот. Я видел по телевизору 600 секунд стриптиз, мы докатились. Да? Ну, раньше можно, ну, песни вот это вот, что себе позволяли, как это? Раньше, сняла решительно пиджак наброшенный, все. Только пиджак. Да. А чей? Чей, как? Причем пиджак не ее. А чей? Наброшенный им. Она с него сняла? С него. И все. Все, что снимали. Ну, хорошо, ладно, давайте дальше. Какие были красивые. Нет, вот это, как это? То, что вот ваш, мы сидели, ты начинал сначала играть, это потрясающе. А, вот. Дарина, рябинушка. Да, там слова треплет над кудрявою ветер без конца. Слева, слева, слева. Кудря токаря, справа кузнеца. Справа. Нет, смысл сначала. Справа кудря токаря, слева кузнеца. Ну, я не знаю. Ну, не знаешь, а я что, знаю. На свидание пришли токарь с кузнецом? Почему? А где она-то была? Она там была. Под рябиной. Под рябиной, да. Ну, знаешь, потому что мелодии, понимаешь, многие мелодии уходят навсегда, потому что слова с несовременные, не актуальны. Понимаешь? А мелодии потрясающие. Идёшь полно мелодии. Так надо заменять слова, чтобы сохранялась мелодия. Нет, вот это, нельзя. Например, песня, прекрасно. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова налью. Что, пропадать такой песней, что ли? Ну, надо. Ну, надо слова другие. Нет, нет, слова не надо. Ну, как? А как заменить? Я знаю, что надо делать. Надо петь название нот вместо слов. Ну, как?
Так, сейчас. Ну? Можно, да. Сейчас. Спасибо. Тогда получается. Спасибо. Выпьем. Не надо, выпьем. Ля-ля за родину, выпьем. Не надо. Сейчас. Ля-ля за родину, Фами за Сталина. Нет, не надо. Ля-ля за родину, Фами за Тосиля. Выпьем. Не надо, выпьем. Фами и снова нальем. Не наливайте откуда. Фами и снова реля. Как получилось? Ля-ля за родину, Фами за Тосиля. Фами и снова реля. Ольга Кормухина. Рок. Насколько я знаю, это Ольга Кормухина, которая умеет петь очень хорошо рок. А также heavy metal! Thank you.
Сейчас ответственный момент, потому что все мы знаем, что Илюша Резник, ну, пишет стихи, прекрасный поэт, поэт-песенник и просто поэт, ну, все в нем. Но теперь он, в такой день-то женский, должен спеть. Хор, сюда. Кирхоров. Как аукнется, так и откликнется. Проглядишь, и надежды обманутся. Если коршун грачонком прикинется, от любви пух до перья останутся. Хор! Любовь должна быть доброю, и мне другой не хочется. Иди своей дорогою, пока она не хочет. Еще раз! Любовь должна быть доброю, пока другой не хочется. Иди своей дорогою, пока она не кончится. Аукнется, так и откликнется, если песня так только любимая. Может быть, потому часто снится мне неземная любовь, журавлиная ход. Любовь должна быть доброю, и мне другой не хочется. Иди своей дорогою, пока она не кончится. Любовь должна быть доброю, и мне другой не хочется. Иди своей дорогою, пока она не кончится. Никто не поверит, что это не бутафория, что он играет сам, да? Ты что-нибудь кончал в этом плане, нет? Музыкальную школу. Покажи, покажи. Ну, похоже, да? Ну, достаточно, достаточно. Времена года, да. Друзья, конечно, глупо было бы, и вообще было бы как несовременно было бы, что вдруг такой замечательный праздник у нас был бы какой-то в узком нашем своем семейном кругу, и чтобы он не был расширен как-то международными связями. И на слава богу, у нас есть друзья, которые пришли к нам. Мне их представлять неудобно, потому что это наши польские друзья. И Михаил Михайлович, заклейменный ведущий передачи, ну кто это, молодежь не помнит, но старики-то еще помнят. Это Кабачок, Варьете, да, Варьете 13 стульев. Кабачок по-русски, 13 стульев. Это эмбрион был все-таки польский. И я думаю, Михаил Михайлович, вам бы логично было платить нашим польским друзьям. Тем более, что Алла Борисовна там говорит с имена эсперанто, наверное. Алла Борисовна, да. Представьте нам, пожалуйста, ваших друзей из Польши. Павел Сташек, очень популярный человек в Польской Народной Республике. 10 лет подряд только Папа Римский мог занимать самое первое место по популярности. Теперь... Да. После Папы Римского второе место занимает Павел Сташек. Откуда вы знаете? Я знаю. Я сказал, да. Ну, вот, Павел Сташек, я очень рада. Мне бы хотелось, чтобы так, как вас знают в Польше, чтобы знали здесь у нас. Вы приедете к нам вот, с концертами, с гастролями? Потому что я могу выступить в этой программе. Я думаю, что буду приезжать часто. Но мы надеемся. Итак, Павел Сташек. Павел Сташек. Mona
Chciała za króla wyjść, umiała marszczyć brew, zdychać ach i ech, nie dostrzegał jej zalet nikt. Wciąż stroiła się, cały dwór z jej manier się śmiał. Trwało to wiele lat, nazbierała szmat, choć to bajka, uwierzcie, że wcale dobrze to nie skończyło się. Marzyłem tylko tobie, rysowałem serca dwa, pytałaś po co to robię. Chciałaś masz tylko co, pora już skończyć to. Красивая девушка. Где? Азиза. Азиза. Азиза Мухамедова. Точно Азиза? Самые длинные ноги в Юрмале. Юрмале? Для любви мир на земле всюду настал. Хватит, генерал, предать войной. Мне, любимый мой, нужен живой маршалом стать. Если б могла, я в плен любви всех бы солдат сразу взяла. О, мой солдат!
губы ищут встречи, вместе быть сердца хотят. Днем и ночью жду тебя я, мой солдат. Маршевский мундир, где мне достать? Чтобы всех солдат в плен сразу взять, мне лишь такой нужен мундир, чтоб для любви я сберегла грешный наш мир. Днем и ночью жду тебя я, мой солдат. Защитную форму, но разве она защитит нашу любовь, если кто-то выстрелит в тебя, солдат? А может, и ты ставишь крест на чьей-то любви? Крис. Вот Фима еще не родился, когда мы с Михаилом Михайловичем, и ты еще не родился, работали в театре Ленинского комсомола. Это правда? Да, это правда. Я слышал, но я просто... Да, вот мы больше 30 лет на сцене. Молодые, да. Значит, а почему вот... мы не родились тогда в это время? А потому что что-то там с родителями у тебя, значит, ты не договорился. И вот Эфрос, значит, биография театра. Когда он Марк и первый спектакль. Я покинул, да. Да, телезрители знают, что ты покинул театр. Ты сейчас самостоятельно руководишь своим музыкальным коллективом. В общем, скажи, что тебе хочется. Фим. Это не шутка была, но... Нет, ну буквально тут есть необыкновенная связь. Дело в том, что все это связано одним домом, который находится на улице Горького. То есть? Как ни странно, Алла Борисовна живет этажом ниже Марка Анатольевича. А, да-да-да. Вот, и, видимо, это как какая-то такая, вот, так сказать, поле, которое существует. И вот оно где-то с 80-х годов, вот оно в театре. Это ты придумал сейчас или это у тебя действительно в крови? Это правда, что это сейчас. Я вдруг понял, когда мы стали искать свет. Я думал, может быть, это связано с женским днем, с женщинами.
Вложив остатки сил в поворот руля, врываясь в мир огней и случайных встреч, оставив за спиной все, что не сберечь. Ночное рандеву на бульваре роз. Ночное рандеву в фейерверке роз. Ночное рандеву, час разлуки. Ночное рандеву, шанс от скуки. Ночное рандеву на бульваре роз. И вновь за пеленой непроглядный штор мы медленно начнем древний разговор. И сбросив темноту груз дневных забот, продолжим до утра призрачный полет. Ночное рандеву на бульваре роз. Ночное рандеву в фейерверке грез. Ночное рандеву, час разлуки. Ночное рандеву, шанс от скуки. Ночное рандеву на бульваре роз. И утренний восход будет чист и свеж, не сбывшийся итог сбывшихся надежд. Но завтра прежний путь я начну с нуля. Ночная магистраль, черная петля. Ночное рандеву на бульваре роз. Ночное рандеву в фейерверке грез. Ночное рандеву, час разлуки. Ночное рандеву, шанс от скуки. Ночное рандеву на бульваре роз. Эта, братцы, простая и одновременно загадочная, как слово «шуруп». Началось все с того, что жена моя, ну, решила обстановку в квартире сменить. Ну и купили мы по случаю такую мебель антикварную. Середина конца 19 века. Да нет, ну мебель там обыкновенная, ну что там, ножки гнутые, значит, завитушками, там стол, стулья, шкаф. Но я теперь, верите, братцы, слово «есть»
произнести не могу. Вот хочу, как раньше, крикнуть жене. Я есть хочу. А у меня выходит Мария, не пора ли нам ужинать, милая? Так, черт возьми, ласково, что у него посуда теперь всегда из рук валится. Сыну, главное, хотел подзатыльник дать за то, что он в дневнике это тройку на восьмерку переправил. Да не, ну верите, братцы, руку уже так вот занес. И вдруг сказал: Николай, вы поступили нехорошо. Стыдитесь. Ребенка испугал. Жену чуть до слез не довел. Она все думает, что я издеваюсь или влюбился. Ой, говорит, теперь за тебя любая пойдет. Не то, что раньше в застойные годы одна я дур нашлась. Эй, сам, братцы, не знаю, что со мной происходит. Вот вчера утром подошел к жене и говорю: «Tu es très jolie aujourd'hui». Хотя французский учил в школе, так? И помню только Нихтферштейн, все. И еще, вот верите, братцы, что не вру. Утром без галстука к завтраку не выхожу. Я его когда раньше нарочно прятал, но вот теперь, пока свежую рубашку не надену, пока галстук не нацеплю, из комнаты выйти не могу. Ну, то есть вот так подойду к двери, а меня тут вот как вот грудь ногой кто-то толкает. Вот так вот минут 10 помучаюсь, потом как дурак в галстуке выхожу. Только жена к этому привыкла, новый удар. Руку я ей поцеловал. Даже не знаю, как это вышло. Что-то я... Ну, что-то я... Вроде наклонился зачем-то и как чмок ее в запястье. А, мне на шею как кинется, милый, говорит, я же тут 10 лет ждала. На работе правду всем стал говорить. Директор теперь со мной первый здоровается, по имени-отчеству называет. Хотя неправильно. А это вот в четверг к нам гости пришли. Я им хотел этот анекдот рассказать. Ну, неважно. Ну, и так вот ты дверь прикрыл, чтобы сынишка не слышал. И стихотворение прочитал. Умом Россию не понять. Сынишка с меня стал пример брать. Учительница в полной растерянности. Он говорит, за партой сидеть спокойно не может. Все норовит ей место уступить. Вот такие, братцы, дела. Как дальше жить, неизвестно. Ну, мебель отдавать жалко, чего? Там столик такой, ну, кресло удобное. Сядешь в него, в голову мысли всякие лезут благородные. Там об экологии, об эмансипации, о СПИДе. Хотел я вот про все про это вот в наш современный толстый журнал написать. Я письмо матери написал, она в ответ телеграмму отбила. Ты что, говорит, заболел, сынок? Встречай, приезжаю. Вот теперь с матушкой будем жить. А как дальше жить? Не знаю. А вот Михаил Муромов. А вы знаете, почему он поет хрипловато? Не знаю. Он ел яблоки на снегу. Это шутка, да? Портрет.
Александр Анатольевич, вот смотрите, какой кооператор выпустили календарь. То ли Филипп Киркоров... А нет, это Женя Белоусов, видите? На 80... Женя Белоусов, вот на 89-й год. Возьмите. Конкурент карту. Филиппа Киркорова тоже очень хорошенький. Жень, а сколько сейчас стоит этот календарь? Ой, я вас все время путаю. А сколько сейчас стоит это? Это шутка. Прекратите так шутить, их не спутаешь. Они оба симпатичные, очень разные. Сейчас кто у нас будет, Женя Белоусов или Филипп Киркоров? Но ты человеку с календариком.
Чтоб на фото я была счастливой, чтоб не
подумал, чтобы никто и не поверил в то, что очень одиноко мне. Чтоб никто и не поверил в то, что очень одиноко мне. Чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил в то, что очень одиноко мне. Шампанское и вино – это настоящее? Шампанское – лимонад, вино – чай. Что, вы первый раз, что ли? Что, как в театре, что ли? Это хуже. Кофе тоже, я скажу. Объединение «Труд». Вот видите, уважаемое объединение «Труд», ваши вещи, мне кажется, это, конечно, тут вложен огромный труд и прекрасный труд, но все-таки название, по-моему, не подходит. Ну, «Труд», объединение. Нет, ну, а как эта вещь называется? А эта вещь называется... Горжет, буа. Нет, конечно, вещь прекрасная. И мне кажется, все больше подходит все-таки название «Русский мех». А? Кто за русский мех, за название? И должна вам сказать, что, конечно, мне вот эта вещь очень нравится. Я думаю, что всем женщинам, которые смотрят сейчас эту телепередачу, нравится. Я не знаю, когда это будет и где это можно купить. Но очень красиво, очень красиво. Итак, объединение «Труд». Иду, через препятствия иду, через леса и горы, и, наконец, прихожу. Жанна Агузарова. А. Томно опустив глазки, она знает прекрасно, что это моя слабость, да, Жанна Агузарова. Ну, тебе слово, Жанна, с праздником тебя. Благодарю вас. Я хочу преподнести свой подарок, наконец-то, женщинам. В конце концов, в конце или в середине нашего гуляния, я хочу всех женщин, девушек, девочек, бабушек и мужчин тоже, поздравить с 8 марта и пожелать всего самого хорошего. И вот мой подарок, который я хочу вам преподнести. Пожалуйста. Танцует лес, тропинок тайна, весна ушла.
появился не один. А вам не кажется странноватым, что второй огонек я Роксану Рубеновну вижу все время с Урмасом? Меня это не смущает? Я не знаю, как у вас, я-то за широту диапазона. Творческую? Ну, конечно. Но мое дело предупредить. Давно не виделись. Года три, видимо. Я вспоминаю часто наш давний разговор. Его, признаться, тоже помню до сих пор. Слова в меня летели, словно камни с гор. С тобой хотела встретиться. Мне с трудом верится. На меня все сердишься, это вижу я. И как всегда понять не хочешь ты меня. Такая значит доля горькая моя. Год и два, и три, что ни говори, так быстро пролетают, но в сердце оставляют след. Год и два, и три, что ни говори, с тобой нас изменили, и мы не те, что были, нет. Сказали все друг другу мы. Все, о чем думали. Мне все же непонятен твой ироничный тон. Прости, но я уже однажды был влюблен. И повторять ошибки больше не резон. Два и три, что ни говори, так быстро пролетают, но в сердце оставляют след. Год и два и три, что ни говори, с тобой нас изменили, и мы не те, что были, нет.
Сергелюка знаешь? А, такой, я знаю. Ага. А где он? Песня замечательная. Где он? Вот найди и представь. Корнелюк, тепло, тепло. А вы мне говорите, тепло, тепло. Горячо, горячо. Корнелюк. Корнелюк, тепло? Ой, как сразу жарко стало. А ты чего будешь петь? Я буду петь песню, которую я, признаться бы, никогда не спел, если бы не вот этот вот самый праздник, если бы не Международный женский день. Песня, которая специально посвящена женщинам, специально посвящена женскому празднику и специально посвящена весне. Она так и называется «Пробуждение весны». «Пробуждение весны» поет Игорь Корнелюк. Вчера мой кот взглянул на календарь и хвост трубою поднял моментально. Потом подрал по лестнице, как встарь, и завопил тепло и вакханально. Весенний брак, гражданский брак, спешите, кошки, на чердак. Весенний брак, гражданский брак, спешите, кошки, на чердак. А кактус мой, о чудо и чудес, оу, ес, облитый чаем и кофейной гущей, как новый Лазарь взял, да и воскрес, и с каждым днем прет из земли все пуще. Деревья ждут, гниет вода, и пьяных больше, чем всегда. Деревья ждут, гниет вода, и пьяных больше, чем всегда. Создатель мой, спасибо за весну. Мы думали, она не повторится. Но дай сбежать в лесную тишину от злобы дня и суеты столицы. Весенний ветер за дверьми, кого влюбиться, черт возьми. Весенний ветер за дверьми, кого влюбиться, черт возьми. Кого влюбиться, черт возьми. Кого влюбиться, черт возьми. Аллочка. Да. Я вот со спины не вижу. Представьте, пожалуйста, кто это? Лайма Вайкуле? Нет. Кто? Нет, это не Лайма Вайкуле. А кто это? Кто же это? Это? Такая красивая женщина. Кто такая красивая? Кто эта красивая женщина? Это? Да. Очень часто приходится делать Понаровская моя фамилия. Ой! Ирочка! Это же Понаровская. Понаровская. Богатая будешь. Конечно. Неужели это когда-нибудь сбудется? Сбудется. Споет? Споет. Ну, хорошо. Спою. Вот туда, камера там. Еще спою один вопрос. И станцую. Нет, танцевать я не буду в этот раз, но я постараюсь между объявлением и песней поменять и костюм, и прическу, чтобы опять не узнали, кто поет. Да. Опять? Поменять? Опять поменять прическу и костюмы? Да, ну, это у меня хобби. Боже мой. Это прекрасно. Это у меня в крови. В крови? Да, у меня очень модная мама. Это замечательно. Это голубая кровь. Ну, вообще, похоже, так, сразу что... будешь менять? Сейчас прям? Нет, я сказала между песней и объявлением, чтобы когда я начну петь, никто не узнал. Ну, стриптиз это... на телевидении. Ну, я это сделаю за кадром. А это кто? Это? Угадайте. Это Лайма Вайкуле. Пять Лайма Вайкуле. Вы не будете переодеваться? Нет, я думаю, я уже один. Песню написал Игорь Лень. Вот это ты помнишь. На стихи Юрия Гуреева. И называется эта песня «Лучший день». Проходит день, еще один из цепочки вечной обычных дней среди шипов и роз.
падение перед взлетом, а может вдруг наполнил мир теплом. Обычный день, он стал счастливым для кого-то, для кого-то стал последним или главным днем. Этот день обычный вдаль скользнет, как тень. Этот день обычный, самый лучший день. Вы не потеряйте в суете бурлящей жизни этот светлый, этот добрый, лучший этот день. Настанет день, и вас невольно тронет время, его закон один для всех людей. Мир так велик, а жизнь одна, и все быстрее мчатся годы, наши годы, вихрем лучших дней. Ваш друг Михаил Сергеевич. Боярский. Mm-hmm. Как всегда, с усами. Но без ребенка. Я его давно не видел на экране без ребенка. Mm. А что, он с ребенком все время? С сыном поет. Причем рискует, сын очень обаятельный. Быть может,
может, провожу. Полдень, полдень, летний воздух неподвижен. Ходим, ходим по Парижу, хоть бы мне тебя узнать поближе. Вот как раз кафе, садись же. Полдень, полдень, летний воздух неподвижен. Ходим, ходим по Парижу, сев напротив. Я полез в карман и вижу 5 монет всего. Этот неожиданный конфуз не смутил меня, как истинный француз. Я сказал гарсон, je vous prie pardon. Счет домой пришлите мне потом. Селяви меня поймет любой. И если денег нет, какая тут любовь? Так что я пока съезжу в Сыктывкар. Денег там поднакоплю слегка. Полдень, полдень, летний воздух неподвижен. Ходим, ходим по Парижу, хоть бы мне тебя узнать поближе. Вот как раз кафе, садись же. Полдень, полдень, летний воздух неподвижен. Ходим, ходим по Парижу, сев напротив. Я полез в карман и вижу 5 монет всего. А, духи? Духи. Самое женское, что может быть. Духи розовый опал. Это реклама, что ли, да? Ну, реклама, да. А что розовый такое? Опал. Это что за фабрика? Это духи. Какая? Это ленинградская, сейчас скажу, это парфюмерно-косметический комбинат «Северное сияние», город Ленинград. Надо вам сказать, что кое-что я уже опробировала. Типа коти? О, нет, красиво, не типа. Ну, вот эти вот духи... Вот это одеколон, нет, это женские. Между прочим, Аллочка, вот это я вот вам фильм рекомендую. Говорю. Смотрите, духи мужские, а это женские духи и одеколон. Но Аврора рекомендую мужчинам. Фима, Аллендалон. Потому что замечательный запах, Аллочка. Очень такой, ну рисковатый для женщин, но для мужчин. Просто, ну, фирменный запах. Фим, колоссальный. Фим, вы правду говорите? Или правда, просто я... Все, что не годится для женщин, говорю, сойдет для мужчин. Я вас Аврора. Уверяю. Туалетная вода. Опять Аврора? Да. А это одеколон? А чем пахнет вся эта вот это Аврора? Совместное предприятие. Одеколон для Фатрик. Мужчин. Очень красиво. Хитрук. Вот это я рекомендую, значит, не для хитрук, женщин. А Фатрик. Хат-рик. Одеколон для мужчин. Свежий и терпкий аромат сопровождает вас целый день. Потому что мужиков таких нет, чтобы сопровождали. А куда сопровождает? Чтобы сопровождали целый день. Дай пою. Так я считаю, что это одеколон для женщин. Какой? Это меня будет сопровождать целый день? И нас вместо мазни, вас. Мазнина. Будьте любезны. Вкусно. Фима, Я тоже хочу. Фима. Эрмитаж. Еще за то, что меня помазали. Очень красиво. Вот, так, знаете, что я вам скажу? Самые модные запахи сейчас в мире
Это, как у нас считается, самый дешевый запах, да, сейчас? Не современный. Значит, самый модный запах во всем мире – это аромат наших духов. То, к чему мы уже как бы не привыкли, отвыкли. А это можно купить в магазинах? Можно. Говорят, что капли северного сияния надолго превращают женщину в богиню. Кстати, это любимые духи Ларисы Канарской. Алчика, даю честное слово, вот я сел сюда с вами в этот садик прекрасный, и рядом сидит молодой человек в белом смокинге. Я не знаю его имени, но мне уже тут сказали, что это замечательный музыкант. Можете что-нибудь подробно сказать ему? Могу сказать подробно. Повторю, что это замечательный музыкант, зовут его Виктор Зинчук. Я, правда, не знаю, что
на сегодня ты выбрал инструментальную вещь, или он прекрасно поет, и песни у него замечательные. Не знаю, что выбрал, но я думаю, что телезрителям понравится его выступление, и они запомнят это имя. Виктор Зинчук. Витя сегодня у нас первый раз здесь, на телевидении. Может, он скажет что-то маме, бабушке? Ну, признаться, я очень волнуюсь и чувствую себя немножко неловко в этом. Это секрет, но я чувствую себя как в шкафу. Зачем ты это одел тогда? Положено, и в знак уважения к нашим уважаемым женщинам. Да, это уже этикет, это так положено. Я хочу поздравить всех наших женщин и девушек с этим замечательным праздником, пожелать всего самого-самого хорошего. Ну и в свою очередь постараюсь оправдать те надежды и те слова, которые обо мне сказали. Да. У него все впереди. Итак, Виктор Зинчук. Yeah.
чем пришла-то? А зачем вы меня позвали? Вы же меня звали, я пришла. А что ты не поешь тогда? Да я спою, пожалуйста, что бы вы хотели услышать? Ну, спой новую песню или старую. Спой чего-нибудь. Не, можно старый вальс. Ну, старый вальс, можно. Вспомни, так как... Ты вспомни, как мы с тобой учились в ГИТИСе. Ведь никто не поверит, что мы с одного курса. Я, кстати, давно просила тебя написать для меня песню. Так я написала. Я жду 10 лет. На его стихи называется, как она тут? Распутиц. Что-то... Распутиц. Так надо же записать. Зрители же хотят видеть и слышать. О-о-о! Это гениально. Я забыла. Майский. Давай к майскому огоньку. Да естественно. Все. Не забыла. Сейчас ловлю на слове. Словила. Все. Лови. Все, давайте. Лови. По-русски. Да. Словила. Итак, Катя... Простите, опять Катя толчка. Шаврина. Да, твоя однокурсница. Русский лес над моей головой. Деревья мне машут листвой. Сердце снова проснулось весна. Я пришла в эти с детства родные, родные места. Thank you.
вообще ничего не хочу говорить. Я скажу просто два слова. Владимир Пресняков. И еще третье, младший. Пусть любовь слава.
А где же Людмила Марковна Гурченко? Она в командировке. Мы можем только подключиться к тому месту. Есть такая возможность у нас? Есть такая возможность? Пожалуйста. Давайте попросим, да? Людмила Марковна! За судьбой малярно-ювелирная работа над собой, над всеми недостатками, которые видны, над скверными задатками, которые даны, волшебными заплатками, железною стеной. Должны стоять достоинства, воспитанные мной. Сначала я так думала по молодости лет. Казалось, это главное, а оказалось, нет. Из всех доброжелателей никто не объяснил, что главное, чтоб кто-нибудь вот так тебя любил. Со всеми недостатками, слезами и припадками, скандалами и сдвигами, и склонностью к аншу, считая их глубинами, считая их загадками, неведомыми тайнами твоей большой души. Ты подошел ко мне и сказал: я не могу без вас жить. А я заплакал от счастья. Так долго, а все казалось так просто и стало так легко. Из всех доброжелателей никто не объяснил, что главное, чтоб кто-нибудь вот так тебя любил. Со всеми недостатками, слезами и припадками, скандалами и сдвигами, склонностью ко лжи, считая их глубинами, считая их загадками, неведомыми тайнами твоей большой души. Ведь главное, чтоб кто-нибудь, чтоб кто-нибудь, чтоб кто-нибудь, да, главное, чтоб кто-нибудь вот так тебя любил. Сергеенко. Так это вы, Сергеенко. С праздником вас, всех дорогие женщины. Всех дорогие женщины с праздником. Да, я Сергеенко. Вообще я артист Цыганского театра «Роман». Вот, и хотел бы от лица всех мужчин нашего театра и от лица цыган поздравить всех дорогих женщин, присутствующих здесь, с праздником. А также поздравить мою любимую маму, мою любимую дочь и мою любимую жену. Сегодня
чужим, будто время побежало вдруг назад, и старомодно ваше платье, и печальный тихий взгляд, и семиструнная гитара чуть звучит у вас в руках. Ну так пускай романс начнется словом. Я боюсь, вас слышите, боюсь, как будто чудный сон прикрыл мне веки. И еще один лишь миг я влюблюсь, но бойтесь тоже, я влюблюсь навеки. Еще один лишь миг я влюблюсь, но бойтесь тоже, я влюблюсь навеки. Мы так привыкли говорить, так будто шутим не взначай. Привет мы скажем на пороге, если рвется крик «Прощай!», куда исчезли и восторг, и трепет в наших голосах. Ну так сегодня мы начнем со слова. Я боюсь, вас слышать и боюсь, как будто чудный сон прикрыл мне веки. И еще один лишь миг я влюблюсь, но бойтесь тоже, я влюблюсь навеки. Еще один лишь миг я влюблюсь, но бойтесь тоже, я влюблюсь навеки. Звучит гитара в тишине, и мы не прячем наших слез. И в свете лампы загорелся вдруг букет пунцовых роз. Я вас люблю, к чему слова? Ведь вы прочтете все в глазах. Нет, я скажу, я начну со слова. Я боюсь, вас слышите, боюсь, как будто чудный сон прикрыл мне веки. И еще один лишь миг, и я влюблюсь, но бойтесь тоже, я влюблюсь навеки. И еще один лишь миг, и я влюблюсь, но бойтесь тоже, я влюблюсь навеки. Николай Сергеенко. Я запомню ваше имя и приду в театр «Ромен». Давно я там не была. Алла Борисовна, да. Пойди сюда. Как это сделать так, чтобы я вас проинтервьюировал? Дай мне сюда микрофон. Ребят, две секунды серьезно можно внести в наше замечательное застолье? Вот ужас в том, что так мы редко собираемся, да? Все, я прав? Редко собираемся. И все-таки даже в нашем узком, так сказать, театрально-эстрадном телевизионном кругу всегда друг о друге, подожди еще, да, друг о друге все знаем только со слов, по слухам, на расстоянии и так далее. А уж если взять население наших замечательных телезрителей, боже мой, чего только от них не наслышишься по поводу того, кто как к кому относится, кто кого как убивает, любит, ненавидит. Пора бы нам вот открыто, да? А? Зачем? Все, Алла, вполне устраивается. Открыто, открыто. Эту интригу немножко снять. И что, Ротару и Пугачева – это не заклятые враги, считающие мех, который сдает издательство. Труд. Нам же целоваться сейчас же на глазах у миллионов. Сначала расскажите, так ли это или не так. Интрига это или это просто реклама, а потом уже поцелуй. Давай, чтобы там не говорить ничего. Все, довольны. Нет, а можно? А можно считать, что я спонсор этого поцелуя? Сегодня наш день, и вы должны нас целовать. Да. Мы не одни. Да и вы тоже не одни. А где ваш муж, собственно, здесь? Ну, был здесь поначалу. Зато, в общем, здесь рядом с ней сын.
Сынов, я не, сынов я не боюсь. Покажись. Вот так. Он похож на мужа, кстати. Очень похож. Так что вполне. Как зовут сын? Руслан, по-моему. А вот он муж. Муж Анатолий Евдокименко. Последнее время София Михайловна, Соня, поет песни вот этого замечательного, молодого, симпатичного композитора. И сама довольна, кстати, и он счастлив. Сейчас и жена моя счастлива. И жена, да, он здесь с супругой, Анечка. Вот какие мы сегодня все семейные. Боже мой, дорогие товарищи телезрители, вы себе представить не можете, что для нас такое вот так собраться семейным кругом. Мы же редко видимся, мы практически вообще не видимся. И вот сейчас мы здесь вместе, вот Матецкий с супругой, Ротару с супругом, Роксана Бабаян с супругом. Но все-таки расскажи немножко о творчестве. Где ты сейчас был? Это не так серьезно. Я уже весь переволновался, просто не могу. Не знаю, шутить, не шутить. Поездка была очень интересная и очень серьезная в Соединенные Штаты Америки. Проехали мы всю страну. Были мы в Вашингтоне, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго. Мы это Ротару, ансамбль «Червона Рута». Принимали очень хорошо, и если здесь все время просят новые песни, то в Америке просили старые песни, и там на ура проходила такая песня, как «Лаванда». Итак, Владимир Матецкий, это твоя песня будет, да, сейчас? Назови ее какая. Песня называется «Любовь не в радость». Ничего, под праздничек. Владимир Матецкий, слова? Михаила Шаброва. Поет Сонечка Ротару.